Здравствуйте, дорогие друзья! Простите, давно не виделись. Исправимся. А сегодня осенние прогулки с егерем. Красавица осень! Короче говоря. Наши песчаники — это донное отложение Пермского моря. Вот такая красота. О, караул. О, если вы посмотрите наше видео «Лавка древностей», то, значит, богатые коллекции в городском музее окаменелостей фауны Пермского моря можно посмотреть. Но что интересно, у нас вот не только обнажение песчаников, но еще есть и известняки. Вот отсюда прямо на юг карьеры достаточно большие, и звездку добывают. И на север, что туда километров 20, что туда, будут такие же вот горы и выступы обнажения известняков. Вообще, ну, мы живем в Западном Приуралье. Природные богатства просто неисчислимые. Это че это? Гнездо упало. От веточки вот крепилось. Возьмем для коллекции. Отвалы от скважины. Раньше вот так вот давно-давно площадки под бурение скважин делали. Ой, а тут что это там виднеется любопытное. Ну-ка. А. Вот. Мы с вами нашли норы. Ну, как мне кажется, все-таки это, не знаю, я посмотрим. Один от норочек, второй и третий. Ну, похож на барсучий, натоптанный, набитый, да, вот видно, наширкал. В ширину больше, чем в высоту. Ага, ну-ка, вот этот. Вот. А это только начал рыть. Но, ну, были тут свежие, не свежие. Достаточно свежее все это. Может быть, барсук селится. Будем следить. А вот чтобы следить, теперь вот такая удобная вещь. Навигатор. Сейчас координаты забьем. На бумажечку дополнительно запишем. И будем за этой норой уже полноценно следить. Вот эту ловушку поставим или что? Сегодня день работника леса, да? 18 число, да? Да. Сентября. Да. Вот, 18 сентября, день работника леса. И, как я уже, кажется, говорил, мы начинаем вакцинацию Октябрьского охотничьего хозяйства против бешенства плотоядных. Вот такой у нас, значит, препарат поступил. Свежий, вы видите все это. Вот сейчас мы его будем раскидывать, но у меня сегодня вот самые красивые на свете помощницы. Дана Аникина, между прочим, обратите внимание, координатор экологической туристической тропы на Рыштау. Вот, запоминайте это лицо, да-да-да-да.
и найдите ее в интернете, в соцсетях, все будете знать подробно. И еще у нас вот помощница, как Юля. Тебя зовут? Юля. Юля. Вот мы будем сейчас работать. Теперь они будут меня фотографировать. Я буду разбрасывать препарат. Давно никакого зверя не было. Соль кончилась. Корма после прошлой выкладки вот уже почти ничего не осталось. Ага, сейчас мы добавим. Вот на этом на сегодня все. Должен только сказать, что это видео для вас монтировали сегодня Наташа, Сергей и Лена. Ну и найдите мой рассказ по этому случаю «Охотничья наука». Все ссылки под этим видео. До свидания. На горе Арарат растет крупный виноград, а у нас рябина.